10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Сколько должен зарабатывать мужчина в Краснодаре? Пойдем и узнаем. 1100, мне кажется, хватит для комфортного. Да? Это на двоих или только на него? На него. А сколько твой мужчина должен зарабатывать? Мой, ну, не знаю. Ну, ты мне только что сказала 100, когда я спросила именно про твоего, и ты почему не знаешь? Потому что я не считаю, что мужчина что-то должен. Обеспечивать семью, ну, для комфортного проживания вполне хватит от 100 тысяч. Да. Мужчина в Краснодаре, так как юг страны, большие приоритеты, большие расходы. Мужчина должен зарабатывать минимум 120 тысяч, максимум 250, чтобы безбедно и с хорошим благосостоянием обеспечить свою семью. От 300 тысяч. Да. А вы как считаете? Ну, я считаю, это ну, не так важно. Конечно, понятно, финансовая сторона имеет значение, но если он там... Мы сейчас не подбираем вам мужчину, просто вот сколько мужчина должен зарабатывать в Краснодаре? Краснодар от 100. На третьем... От 100. Ну вот любую. Чтобы мог обеспечить себя. А себя, а тебя? И, ну и меня, ну нет, мужчина. Цифра. Нам нужна цифра. Хорошо, чтобы мог обеспечить семью. Хорошо, а цифра с ноликами? Я не знаю. В зависимости от потребностей, ну, семьи. Придумай, что у тебя уже есть семья, у тебя есть потребность, сколько он должен зарабатывать? 50, 100, 70... Понятное дело, что любовь – это главное, ты не будешь смотреть в его Сберкарту. Но хотелось бы, чтобы он получал в месяц не меньше 40. А сколько должен мужчина зарабатывать в Краснодаре? Вот как думаешь, так и говори. А что смешного? Ну, он должен зарабатывать. Вот сколько он должен зарабатывать? Ну, больше, чем я. А ты сколько? Секрет. Ну а что тут секретного? Не говори, сколько ты зарабатываешь. Вообще можешь придумать. Ну, ладно, но мне кажется, 100 тысяч хотя бы должен зарабатывать. 100 тысяч точно. Слушай, а сколько в Краснодаре должен парень зарабатывать? Не студент. Ну вот не просто студент. Парень, да. Ну, мне кажется, хватит примерно 25 тысяч. Чего? Чего? Долларов? Нет. А, рублей? 25 тысяч рублей хватит? Ну, так я думаю. Окей, хорошо, спасибо. Сразу вопрос. Сколько должен парень зарабатывать? Мужчина. В Краснодаре? Ну да, в Краснодаре. Ну, как минимум, я не знаю, 1070-80. Ну, потому что 25, я считаю, это для Краснодара очень мало. Мы же вошли, ну, по списку на третьем месте. Топ самых богатых городов, один из трех. Да, да, поэтому здесь, ну, дорого, дорогая жизнь. А друг сколько уже живет в Краснодаре, что ему 25 тысяч хватает? Ну, он год живет. А, то есть еще не понял. Ну тоже тебе респект, если как бы ты справляешься с этой суммой. В зависимости от экономии жены. Я вот очень экономная. Так, и ну, а сколько это в рублях? Хоть в долларах? Ну, смотря... Месяц. Ну, там, 50, 100, 150, 550. Это все зависит от количества детей, от наличия ипотеки. То есть у каждого индивидуально. А мы не про всех, мы сейчас про тебя. Вот сколько должен зарабатывать твой муж? Да, называй, мы его не покажем. Мне не важно это. Давай вот представим, твой мужчина, сколько он должен зарабатывать. Вообще, вначале хотелось бы, чтобы я больше зарабатывала, а потом мужчина... Упустим это. Ага, хорошо, ладно. Вот мужчину в Краснодаре берем. Хотя бы, да. Сколько? От 200. А ты его все деньги будешь забирать или что-то ему оставлять? Не, ну, на карманные расходы, ну, надо же ставить. Ему, да? Ну, конечно. А все остальное тебе? Да нет, ну, я вообще за честность, ну, как бы. Хочет – отдаст, не хочет – заберем. Столько зарабатывает мужчина, а столько зарабатываю я.